И продолжим о спорте. Курская «Динамо» в чемпионате России прервала 50-матчевую победную серию екатеринбургского УГМК. Наши девушки вплотную подошли к ранее непокоренной вершине – первому месту по итогам регулярного этапа премьер-лиги. Чтобы выполнить задачу максимум, команде Лукаса Мандела нужно было не просто обыграть лисиц, а закончить матч с преимуществом 8 и более очков. План амбициозный, но, как показала встреча, выполнимый. Бить рекорды так только в матче со столь грозным соперником. Героиня Энджел МакКотри уже в первой четверти принесла команде 19 очков. После она пошутит, в молодости могла и не такое. Во встрече с УГМК она не просто отработала, отпахала в защите. 6 перехватов, один краше другого. Здесь обокрала Санчо Литл. В нападении МакКотри тоже творила чудеса. Ворвалась в самую гущу соперниц и, не замечая высоченный Грайнер, выстрелила по кольцу. У лисиц в огне была Даяна Таурази, забросила в динамовское кольцо 9-3, накричала на подруг по команде и, кажется, готова была броситься с кулаками на судью, давшему ей 5-й фол. Кто на этот раз обидел Леди Ди? Все мы обидели. Она одна из лучших игроков в мире, и очень тяжело играть с ней в защите. И поэтому надо ее изматывать. Такую тактику мы выбрали. Удаление Таурази за 5 минут до конца четвертой четверти. Без сомнения, один из главных эпизодов матча. К тому моменту она набрала 38 очков. Я не хотел бы комментировать сам этот свисток, но спасти игру вряд ли бы получилось, даже если бы Ди была на площадке. Хотя изменить ситуацию в соотношении личных встреч можно было бы. Мы это тоже держали в уме по итогам первой встречи в Екатеринбурге. В ходе игры преимущество «Динамо» достигало плюс 20. Однако в четвертой четверти клуб УГМК смог сократить отставание, борясь, если не за победу, то хотя бы за нужную разницу в счете. Проигрыш 8 и более очков смещал уральский клуб с первого места. Чтобы обыграть Екатеринбург, нужна чуть-чуть другая тактика. С другими командами сначала надо отыграть в защите, а потом в нападении. Но так как играет УГМК, то мы сделали упор на атаку, чем защиту. Тактика сработала. Итоговый счет 99-86. У МакКотри 37 очков. У Агвумики 20 очков и 10 подборов. Курская «Динамо» возглавила турнирную таблицу и теперь окончательно оформит победу в регулярном чемпионате после матча с московской МБА 1 марта. Это даст команде Лукаса Мандела преимущество своей площадки вплоть до финала плей-офф премьер-лиги. Юлия Матвеева, Тарас Степаненко, телеканал «Сеим».